Всем привет! С вами Муза Рукоделия. Наконец-то сегодня я покажу вам, как складывается наш домик. Если вы являетесь подписчиком нашего канала, то наверняка вы могли проследить всю историю создания нашего дома. Каждую комнатку отдельно, кроватку, учебную зону, стеночки я показывала в мастер-классах. Сегодня мы его наконец-то сложим в куб. Вы увидите, как наш домик трансформируется. Для начала мы наших красоток должны уложить, чтобы они не мешали нам собирать наш дом. Тура ляжет на кроватку, а Эбби мы отправим на нулевой этаж нашей кроватки. Теперь мы должны соединить учебную и спальную зону в одно целое, вот таким образом. Потом правую комнатку мы заводим на наш шкафчик, вот так. И левой комнатой мы закрываем наш дом по кругу, вот таким образом. Крепится и фиксируется наш домик на липучках, вот таким образом. Клодин закрывает наш домик. Также в нашем домике имеются вот такие вот ручки из ленты. Это очень удобно для переноса. Ой, извините. Это очень удобно для переноса. Вы можете переносить домик из одной комнаты в другую. Домик украшен вот такими вот сердечками из фетра. Они фиксируют наши ручки из лент. Кроме того, в нашем домике, как вы помните из наших предыдущих видео, есть вот такой вот чуланчик, в котором можно сложить объемные вещи. Верх нашего домика задекорирован фетром зеленого цвета, что очень удобно для имитации лужайки на втором этаже, если мы будем делать с вами веранду. Вот такой наш домик. Все, к чему мы шли, наконец-то он собрался, макет наш сработал. Немножечко мы его изменили, но изменения коснулись исключительно закрытия верхней и нижней зоны нашего дома. А сейчас я вам покажу, как наш домик быстро раскладывается. Мы отсоединяем стеночку от липучки и вот таким образом быстро он раскладывается. Здесь нас ждет наша тура, которую мы с вами уложили. Кстати, в следующем видео я покажу вам превращение моей дочечки Катюшки в Тору. Мы сделаем платье, мы сделаем вот такие ушки. Отдельно мы сделаем помпоны. Не пропустите, подписывайтесь на мой канал. Вот ссылочка, пожалуйста, нажимайте. Буду рада видеть вас, своих подписчиков. Будет очень интересно. Мы закончим с Торой. Вы увидите выступление моей Катюшки на конкурсе в образе Торы. А после мы продолжим декорировать наш домик. Сделаем мебель. Сделаем диванчик, комодик в нашу прихожую. Подписывайтесь на каналчик. Пишите комментарии, ставьте лайки. Я рада всем, всем отвечу, у кого какие вопросы по дому, задавайте, обязательно буду с вами общаться, мне очень интересно общаться с молодыми блогерами. Всем удачи, всех рада, всех люблю, пока!
Если тебе понравилось это видео, ставь лайки, пиши комментарии и подписывайся на канал Муза Рукоделия.